продолжая тему для этих дизайнеров, сервировка стола. Вот, именные бутерброды с кабачковой икрой. Берем кабачковую икру. Ну, что вам рассказывать. Намазываем ее сверху хлеба. Вот так вот размазали. Как надо. Можем еще. Я люблю, чтобы, знаете, было немало. Чтобы почувствовать, так почувствовать икру. Вот. И почему именные? Потому что потом сели за стол и расхватали тут все эту бутерброды с икрой. А так они именные. Здесь можно писать инициалы. Ольга. Точка. Ольга Д. Например. Раз. И я тоже понимаю, что это мой бутербродик. Или там МС. И МС понимает, это его МС. Это его бутербродик. Класс.